Друзья, всем привет из Ниццы. Хочу вам сегодня показать мои новые апартаменты. Я сейчас нахожусь на остановке Карас, и у меня вот такие вот прекрасные виды. Сегодня у нас 12 июня 2024 год, и я сейчас нахожусь в такой прекрасной арендованной студии. Вот здесь у меня получается спальная комната двухместная. Так, здесь у нас есть полотенечки, вешалки. В принципе, все хорошо. А также тут простыни. Тут большой такой шкафчик. У кого много вещей. Так, конечно, классно. Такая прихожая. Красиво. Диван. Мягенький. О, да, класс. Диванчик супер. Также есть столик, кресло. Можно тут поработать. Холодильник есть, посмотрим. Холодильник пустой, ну есть водичка. Так, а это у нас что? Это у нас, наверное, лед. Или что-то такое. Ну, неплохой холодильник. Морозилка есть. Мороженое есть. Не знаю, можно его есть или нет, но как-то так. Так, плита есть. Есть прикольно, кофемашина, так, чайник, такие подставочки. Ну, в принципе, все так стильненько, аккуратненько, по-домашнему. В принципе, мое впечатление класс. Есть даже какие-то есть фасоль, есть чечевица. С голоду умереть, если вы приехали и у вас ничего нет, то есть не получится. Так, ну, вот такой классный, конечно, балкончик. Шикарный вид. Также еще вот эти диванчики, если можно посидеть, отдохнуть. Шикарно. Так, и что у нас получается? Вентилятор такой прикольный есть. И получается у нас ванная. Ванная. Так, свет. Туалет есть. Унитаз, еды. Фен. Шикарно. Гель. Все. Да, как в лучших отелях мира. Шикарно. Бойлер. Да, красота. Стиральная машина. Друзья, также забыл сказать, что еще есть здесь гладильная доска и утюг. То есть можно постирать вещи, машинка прекрасная. И заодно погладить вещи. Даже есть зонтик. Вот. Как классно, можно пойти на пляж и отдохнуть. Вот как-то так. Так, и получается это 5-й этаж. Есть лифт. Этаж такой тихий, чистенький. Все, в принципе, прекрасно. В общем, цену я вам не скажу. Пишите в лично, потому что я благодарен человеку, который мне все-таки дал возможность приехать на один день в Ниццу. Вот. Я вижу, что она тоже выставляет эти объявления, но она не пишет цену. Не хочу, конечно, чтобы потом я был крайним. Напишите в личную, я вам скажу, какая цена. Вот, то есть человек прекрасный, я его
знал, когда приехал в Ниццу. И благодаря этому человеку я оказался здесь. Так как, напомню, что если вы хотите приехать в Ниццу, как раньше, да, к примеру, приехали в лагерь, заехали для приема беженцев, сейчас такого нет. То есть сейчас лагерь не принимает тех людей, которые с временной защитой и которые были уже распределены. Почему? Потому что сейчас очень большой наплыв людей с Украины. То есть ситуация катастрофическая. То есть люди выезжают, и префектура Франции решила, что нет, ребята, не наглейте. Так что, кто планирует приезжать, пожалуйста, снимайте апартаменты за свой счет. Как-то так. Это мне передал человек, который работает непосредственно в Афуке. Чтобы вы понимали, что вам рассчитывать. Вот как-то так, ребят. В принципе, вот такая прикольная студия. Может быть, ваша. То есть, получается, Карс, трамвайная остановка, все рядом, аэропорт. Выехали. Приехали, то есть те, к примеру, кто прилетел с аэропорта, это идеальное место, то есть вообще супер. Супермаркет здесь рядом, есть Carrefour. Вот сейчас вам покажу, самолет вылетел, то есть сразу аэропорт, красота, EasyJet. И я, кстати, буду улетать на EasyJet как раз в Женеву, я вам покажу видео, досмотрите. Ссылочку постараюсь оставить вам. Мой перелет. Так, ну это не EasyJet, скорее всего, но очень красиво. Довольно часто здесь самолеты летают, потому что очень много направлений. Что интересно. Так, ну надеюсь, сегодня я еще открою сезон. По прогнозу стоит дождик где-то часа два с грозой. Посмотрим, как это будет на самом деле. Пока что я сделаю свои дела и буду собираться на пляж. Трамвайчик приехал, довольно часто они курсируют, так что здесь развязка очень классная. Все прекрасно. Так, ну будут у вас вопросы, пишите. Получается, тоже здесь выход есть на балкон с отсюда. Будут вопросы, пишите, пожалуйста, отвечу. Так что так. Сейчас уже обед, и я как раз собираюсь пойти на пляж. Я вам говорил, что возможно будет дождь, но как видите, дождя нету, и грозы тоже. Так что идем на пляж и пробуем водичку. Возможно, скупаемся. Так что такая вот прикольная красота. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, дальше будет интересно.